молоко, сырое молоко там. Вначале идет у нас практически три очистки сырого молока на ферме, потом идут там охладители, еще раз сепарируем мы, и дальше уже поступает в цех сюда по переработке. Здесь у нас стоит пастеризуем, нормализуем, после нормализации отправляем в часть, делаем кефир выпускаем, линии кефира, линии ряженки, масло сливаем, творог изготавливаем и фасуем молоко здесь. Значит, выпускаем все молоко два вида, жирностью 3,2, 2,5, сливочное масло, творог, ряженку, сметану и кефир. Вот все наименования продукции мы здесь выпускаем. Ну, каждый день 16-15 на стол выпускаем готовую продукцию. Натуральная, самая настоящая поморская продукция, которая требуется наши жители Тульской области. Реализация как? Реализация, что мы производим, то и реализовано. Полностью все молоко реализовано. Ну, то люди даже стоят в некоторых магазинах, что... Тут наша машина, когда приедет наша продукция. Генеральный директор ООО «Новопетровская» Комаров Александр Александрович. По этому году это очень хороший урожай. Почему? Потому что при такой погоде, ну, мы, наверное, первые в области обмолачиваем, заканчиваем уборку урожая. И, естественно, здесь большую помощь оказал этот вот элеватор с сушилкой. Сушилка очень производительная, немецкая фирма «Риэла», весь элеватор. Поэтому мы и заканчиваем уборку. Тех упор сушилки не было, то очень тяжело пришлось ребенок. Это у вас новое оборудование? Да, это новое оборудование, работает третий год. А зимы собираем сеять в конце августа месяца, запланировали большую площадь, пределы 4000 гектаров. Вот этой работой мы занимаемся. Вот. Подготавливаем для семена озимы для посева. Сортируем семена яровых, пивоварный ячмень, семена пивоварного ячменя и товарный пивоварный ячмень. Вот такой работ проводим. Сотрудничаете с местным предприятием? Да, с Балтикой. У нас долгосрочные договора с Балтикой. Ну и Ефремовский, значит, завод, рапсовый завод, Кубаньмаса. У нас тоже с ним договора, и мы сотрудничаем. Руководитель одной из предовых хозяйств, правильно? Так я только не понял, Назарчик, по ячменю-то сколько все-таки? Чего? Средний урожай. Средний, по ячменю-то. В текущем году. В этом году 47 центов. А, ну вот. Пшеница за 50, средняя. А то показалось нам, что пшеница нет. 50 и 30 нет. По ячменю, так он сказал? Нет, 47, нет. Это другое дело. Значит, потери громадные. Ячмень клюнул, лег, а что такое клюнул? Это когда голос к земле касается, идет жатка, она не может по земле жатку нож. И он срезает голос, и голос падает, и его практически потери громадные. Да. Поэтому там урожай ячменя биологической, урожай там за 60 центов. 60-65 до 70 центов. А взять могли вот... А взять могли вот в связи с такой погодой, всего на все только 47 центов. Ну пойдемте, показывайте сушилку, хранение. Вот эти вот буферные емкости, рассказывайте. Компьютерное управление вот всеми механизмами какие-то есть. Сортировками и всем прочим. Где это обсушение происходит? Сушка? Да. Вот сушилка стоит. Сушилка. Там температуру показывают. В настоящий момент она не зажжена, сейчас зерна нет. Ну это хорошо. Сушили все. Ага. Допустим, вот в силосах вот зерно показывает. Через каждый метр температура контролируется. И высота. По четырем подвескам. Сколько заполнено, сколько не заполнено, да? Да, при линии. Это вот красные задвижки. Вот те открытые, вот это вот последнее закрыто, да? Да. Ну, то есть у вас есть еще место. На сегодняшний день у нас сельхозработы ведутся в полном объеме. Убрано 64% гектар от общего количества. Урожайность составляет 41 центнеров с гектара. Это самая высокая урожайность по области.
Вот. Ряд сельхозпредприятий, которые, если бы погодные условия не помешали, они могли бы закончить, завершить уборочные уже к понедельнику. Но сейчас вот погодные условия подвели, поэтому уборочные у нас будет еще. Сколько у вас всего таких предприятий? В Каменском районе у нас 5 больших сельхозпредприятий, которые вот таких мощных. И есть КФХ и мелкие сельхозпредприятия. Ну, 5 хозяйств. Ну вот, насколько знаем, у вас земель, конечно, намного больше, и есть земли неиспользуемые. Земля у нас используется, нет, земля у нас используется 94%. Всего используется земли в Каменском районе, это высокий процент. И те земли, которые у нас не используются, они невостребованные. Вот 4,6 тысяч гектар – это невостребованные земли. Из них 3,5 тысячи гектар уже находятся в оформлении. 3 поселения – это Галицкое, Архангельское и Яблоневское, и Кадновское, 4-е, они оформляют эти земли. Так что надеемся, что эти земли в зиму уже будут обрабатываться. Есть предприятия, которые пока не подводят вообще? Нет, предприятий, которые подводят, нет у нас таких. Вот, у нас единственное, это не наше предприятие, а которое работает в нашем Каменском районе, использует земли. 4,5 тысячи гектара – это Сахо Агро. В настоящее время мы с ними проводим работу, подготовили документы в арбитражный суд о расторжении договоров аренды. Ну и надеемся, что вот 1900 гектар – это наши земли, аренда. Мы надеемся расторгнуть с ними договор и эти земли передать нашим сельхозпредприятиям, которые непосредственно будут обрабатывать эти земли. А те земли, которые у них в собственности, 2,5 гектара, будем с ними работать.